Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в Авдотино. Пожилой женщине привезли вот здесь наш продуктовый набор. Немножечко ее поддержать. Благодаря журналистам русского репортера. Есть такое издание в России. И проблема этой женщины не... Вы ангелы-хранители, вы ангелы-спасители. Не плачьте. Проблема в том, что ее опять с дома выгоняют. Конечно, у нее нету собственного дома. Ее дом остался в Авдеевской промзоне. Теперь неизвестно, в каком он состоянии, вообще, где он там находится. Там уже ничего нет. Ну, я об этом не говорю. На данный момент это не ее дом, она снимает, и попросили отсюда ее уйти. Она готова даже на линии фронта быть где-нибудь, кто-то предоставил. Ей предоставляют некоторые дома, но она не может бросить своих собак, с которыми она вместе спала, когда угля не было и не топилась. Сегодня благодаря вам, дорогие друзья, благодаря журналистам русского репортера, мы пришли ее проведали. Может, кто-то дом ей поможет предоставить. Даже не знаю, как. Может, заброшенные дома есть, которые люди уехали. Потому что не все хотят, не все любят животных. И это единственное, что у меня есть. И это единственное в жизни, я как медик говорю, кто не предает, не обманывает, не ворует и не сплетничает. Я не могу их бросить. Я лечила двуногих, которые, может, того и не стоили. Но это семья. Это кто любит животных, он понимает, что нельзя предать, понимаете? Просто потом сам не сможешь жить. Ничего, мы вам чем-то поможем. А так вот от журналиста русского репортера возьмите еще 1000 рублей, спасибо. Хоть как-то поддержать просто вас. Спасибо. Вы понимаете то, что можно переступить через все. Меня отсюда выселяли вместе с парализованной мамой и говорили, вывози, мать, нам труп в доме не нужен. Ну, вы же понимаете, нельзя этого делать. Может быть, кто-то, да, побросал, родители уехали во время войны. Ну, бог им судья, оно им воздастся, бумеранг возвращается, понимаете? Я не смогла этого сделать. Я сама с парализованной рукой и ногой ухаживала за парализованной мамой. И не жалею ни о чем, только о том, что не смогла ей продлить жизнь всего лишь. Я